Отвечаю на вопрос, кто опылитель. Вот он сам, манжурский. Вот этот еще не маленький, не цвел. Вот это вот привит. Латинкова научка, привита на Снежинский. Вот он. Вот он рядом с ним. Теперь в эту сторону идем. Это Виноградная улица. Так, Абрикосовая. Вот налево. Вот манжурец тоже такой же. Тут поменьше плодов, еще не спелые. Там Снежинский, вот он почти не цвел. Тут новый сорт тоже в этого Железова. Немного попутал сорта, не знаю, как он. Ну, цвел. Тут тоже вот плодик пару штук осталось. Вот. Тоже Железова. Там вот дальше Снежинский мой непривитый. Сейчас подойду. Вот такой еще не спеет. Не поспел. И тут научка Латинкова. Вот такие, это ранний сорт. Ну, цвели почти в одно время. Вот этот пораньше Латинкова. Тут уже тоже Снежинский, вот тоже не спелый. Тут вот магнитогровый Челябинский местный. Тоже рано цвел. Ну, как-то так. Тут уже Виноградная опять улица.